Всем привет, всем доброе утро и СПС Сулак. Остановились мы на заправке какой-то, сходить в туалет. Я лично не хочу в туалет. Просто весь автобус. Я в шоке сижу. Вот. Я уже успела поспать. Я не знаю, сколько нам ехать, но мы уже едем где-то полчаса плюс-минус. Вот. Мне очень интересно, что там будет. Я не знаю, сколько еще ехать. Но я хочу очень сильно спать, потому что я поспала всего 5 часов. И это очень мало для меня. Мы уже приехали на каньон Сулак. И сейчас будем кататься на лодках. Если честно, очень страшно. Я боюсь уронить телефон, потому что сказали то, что будут катать. Жестко катать. If he don't eat it, he a D-bag. He could use a submarine. Come see me. Make it down, boy. Really down. Baby, let me watch you go to town. Wish you one chance, baby, never hold it now. Немножко перепутала, так что были на водохранилище, а сейчас мы идем на Сулакский каньон. Такая вот дорожка, подниматься минут 10, сказали. Вот. Каньон. Здесь очень красиво. Я вообще не могу. Капец. Классно. Правда, уже надо идти. Жалко. Ехали мы покушать. Чего будем кушать? Форельку и шашлык. Такие игрушки всякие. Вот. Вот, поэтому мы приехали мы на новую локацию. Мы должны были в пустыню вообще пойти, поехать. Но так как из-за погоды автобус просто не проедет, потому что там дорогу размыло, и он не проедет. Нам предложили какие-то пещерки поехать.
gun, I'm a traitor, my gun. Honey, we ran from the country where we rushed to the city. And now there's nothing to be done, there's nothing to be done, there's nothing to be done, there's nothing to be done. I want to buy you something, but I don't have any money. Идем в пещеру. Тут очень интересная, не знаю, что это. Короче, прыгаешь с фигней этой. Я бы прыгнула. Ну, страшно, капец. Заходим в пещерку. Блин, прикольно. Куда идти? Или прямо? Там нету, мне кажется. Нет или есть. Не знаю. 3% на телефоне. Не думаю, что хватит до конца поездки, но это последняя локация, на которую мы приехали. Привет. Вот. Ну, больше ничего интересного не будет. Кстати, купила сувениры. Обязательно, когда приедем в номер, покажу все. Страшно. Опа, а вот теперь боюсь. Присядьте. Когда будете долетать, голову наклоняйте налево. Ноги поджимаете под себя. Ага. Запомнили? Да. Готовы? Не знаю. Ехали. Да, может с разгона можно? Нет. I don't want to go to school tomorrow. I can study thinking about you. And you know I always do. I don't want to go to sleep tonight when I can stay up thinking about you. And you know I always do. Marlboro Nights. Marlboro Nights. Ребят, мы уже приехали в номер. Мы очень устали. Вот, а сейчас покажем, что мы купили. Вот что мы сюда купили. Они вместе с Кариной, с мамой, выпускаем это на холодильник. Да, давай покажем, что это. Это вот такой вот, можно сказать, коврик. Дагестан. Да? Он Дагестан, да. Милан? Да. А еще что? А еще что? Ну-ка показывай, что еще купили мы. Мы еще... Ну, вот такая вот фоточка. И на. О, нет, давай сама покажу лучше. Мы еще купили вот... Это... Вот такая вот штучка. Я не знаю, зачем она. Вот так, да, ложить. Вот, дай покажу, Иланочка. Вот тут, короче, ну, ножик. На всякий случай. Нет, теперь аккуратно. Ну-ка, поснимай лучше. Не надо, голый. Вот так, снимай. Так вот, Миланочка снимает, а я показываю. Короче, вот ножик и такие вот открывашки всякие. Вот и так. Сынок, ты пилей, да, вот это, смотри? Да. Угу. Ну ладно, всем пока, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, ждите следующего влога, если он еще будет.